Раз, два, три. Всем привет, с вами Дарки. Сегодня я буду играть в Майнкрафт. И сегодня я буду проверять кое-что, что никогда никто не делал. Сейчас вы такие думаете, ты что, дурак, что ли? Сейчас я буду, знаете, что делать? Ломать бедрок. Да, вы не расслышались, я буду вот ломать вот этот бедрок. Прям вот так ломать. И вы сейчас спросите, как я же его сломаю? Некоторые напишут, ты сломаешь его в креативе, а некоторые напишут, что ты его не сломаешь. Но все просто, я его сломаю в выживании. Вот, видите, у меня вот тут вот сердечки, то есть, значит, выживание. Видите, я ломаю долго блоки, значит, выживание. И теперь вам покажу, что сделать, чтобы сломать этот блок. Для начала берем кирочку, вот она вот такая вот лежит. Потом берем этот... воду, драконье дыхание, короче, все берем сразу, чтобы все взяли. Первым делом мы кидаем кирку и кидаем на нее книжку. Книжку я взял на инфинити, ну тут без разницы, главное любую книжку зачарования бросить. Теперь ждем. Вернусь, когда все произойдет. О, наверное, уже кирка готова. Так. О, кирка готова. Тихо. Реально кирка готова. Вот она зачаровалась на инфинити. Ну, в принципе, тут без разницы. Главное, чтобы она сверкала. Да. И я забыл сказать то, что надо ее оставить на 5 минут и уходить куда-нибудь далеко, чтобы получить... Ну, не прям далеко, а несколько блоков. Так, это пока не все. Мы пока что не сможем вот так вот сломать. Вот так вот, видите, я не могу ломать. Так, а, точно. Потом мы должны добыть вот эти вот мозги у админа. Кого я обманываю? Вы можете просто зайти в креатив и там их взять. Ну вот, я их сразу взял. Тут без разницы. Вот я их кидаю. Вот они вот так выглядят. Теперь мы кидаем мозги. Так, сундук уберись. Кидаем мозги. Потом пьем вот это зелье. Вот, зелье на вайкнес. На 4 минуты пьем. У нас такая слабость. Потом пьем зелье лайк. Ну или не знаю как он. И обычное зелье воды. А вот эти драконьи дыхания, я вам потом скажу, для чего они нужны. Теперь мы берем опыт, кидаем этот опыт в мозги. Главное, чтобы опыт нам не достался. Сперва кинем слаймы, потом кости и кидаем уже опыт. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Смотрите, опыт, то есть, видите, когда я кидаю опыт, он вот сюда уходит. Это значит, что она не хочет опыта, надо больше. Вот, смотрите, вот теперь хочет. Все, ничего страшного, если нам немножко попадется опыт. Теперь опять уходим с этого места и ждем, когда этот опыт весь исчезнет. Все. Ой, так. Опыт исчез, опыт исчез. Я же говорил вам. Теперь берем снова все эти вещи. Вы сейчас думаете, а что же с ним стало? Сейчас все узнаете. Потом берем вот эти ингредиенты, тоже их смешиваем. И уже с драконьим дыханием. Блин, я забыл взять опыт. Берем снова опыт. И вот, так же делаем. Тун 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 тун. Вот сейчас он сразу захотел, а раньше не хотел сразу. И да, и самое главное, что вот это мы должны успеть. Блин, у меня 2 минуты осталось, надо быстрее. Все, теперь снова уходим. Так, все, ребята, не прошло 30 секунд. Опыт весь убрался. Поэтому берем все эти вещи, оп. И теперь самое главное. Да, я забыл сказать то, что вы должны это делать на версии 1.9 и больше. Потом берем вот эту штуку, вложим вот так вот, вот, у нас получилось. Да, а это уже нам не понадобится, вот эта фигня. Вот, мы положили. Теперь все эти ингредиенты кидаем вот... Блин, промазал. Вот. Блин, опять... Короче, я в геймод войду, что так будет лучше. Вот сейчас. Оп. Оп, 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 оп. И оп. Так, ну это не надо. Все, я кинул туда. И снова уходим на 5 минут.
Ну, то есть на 3 секунды, потому что я не успею. Так, все, ребята, сейчас посмотрим. Так, ой, тупой дождь. Так, окей. Так, Вазер, Клер. Так, у меня осталось 10 секунд. И теперь самое важное. Хоп! А что не взрывается? О, все, взорвалось. Так, я вот все, и начинаем ломать. Все, ребята, наконец-то. И теперь, сейчас мы подождем 5 минут. Я буду вот так вот копать 5 минут. И она сломается. Вот если не верите, вот смотрите, я в выживании. И она сейчас само сломается. Так, все, ломаем. Тун-тун-тун. А пока она ломается, давайте поговорим. Насчет моих видео. Видео будут выходить сейчас немножко чаще. Все из-за каникул, да. Ну да. И 31 декабря выйдет новогоднее видео. И, кстати, ребят, да, я ошибся. Бедрок очень этот рандомно действует. Он может быть через 5 минут, может даже через 1 секунду сломается. Или может... О! Вот, видели? Я сломал его. Киркой. То есть вы видели, да? Да, я хотел сказать то, что он может сломаться... Он может сломаться в любое время, то есть либо через 5 минут, либо через 3 секунд, либо через час, возможно. Но у меня сломалось через 1 минуту, походу. Ну вот, прикольно, да ведь? А вы мне не верили. Видите, сломался бедрок, у меня выживание было. Если не верите, перемотайте назад. Все. Вот эта кирка самая офигенная, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, и будет больше таких прикольных экспериментов, о которых вы не знали. Что ж, всем удачи и всем пока.